посылку. А какие? У вас документы? Усы, лапы и хвост! Ну вот мои документы. Сегодня мы получили посылочку. Сейчас мы посмотрим, что там внутри. Что-то тяжелое. Громыхает. Что же это может быть? Что же нам прислала Вика из Уфы? Сейчас мы все узнаем. Башкирский сюрприз. Подальше чуть сядь, подальше. Как упаковали, так как будто здесь миллиарды. Давай, читай сначала, уж полезно. Блин, ой, мама дорогая, здесь целый овальный мир. Я начало непонятно, но я сначала. Не писала письма 10 лет. Так странно и непривычно что-то писать от руки, но с другой стороны, какое-то таинство, трепет и теплые чувства. Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. А здоровье мое... не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. С уважением и массой самых наилучших пожеланий, Виктория. Спасибо тебе. Теперь мы приступаем к доставанию подарочков. Так, это что-то непонятное. Подарок со вкусом. Пахнет шоколадом. Надпись. Пусть будет все, что в жизни нужно. Чем жизнь бывает хороша. Любовь, здоровье, верность, дружба и вечно юная душа. Так. Вернемка. Подарок номер 1. Альпенгольд, миндаль и кокос. Новинка. Поросеночек очень любит белый шоколадик. Это ему, тебе. Конфетки, бараночки, словно лебеди, солнышки. Эти кони залетные, слышно песня щекам. Паркер, Джоттер, Стэнлис, Стив, Си, Ти. Открывай. Матерь Божья, даже страшно открывать. Ну я в шоке вообще. Ой, мама дорогая. Смотри, что там. Star Forever 2012. Ой, теперь буду автографы раздавать. Автографы буду раздавать. Так, что у нас еще? О, пошли эротические принадлежности. Энергия чистоты. Pure Impact. Гель для душа, для лица, тела и волос. Ой, башкирский мед. На, вытащи. Не буду дальше открывать, а там немножечко пролился. Че, вкусно. Боже, какой классный. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет.
Мед, если есть, то его сразу нет. Все, будем есть по одной чайной ложке в год. Это сахарница. Ну и самый главный приз, как Якубович говорит, приз в студию. Ёшкин кот. Это, наверное, не... Это, наверное, да. Это же просто сказка какая. Ну давай, надевай, мерей. Тебе одевать? Не, давай пока тебе, а потом я. О, я мне голубенький. Белый, голубенький. Давай, у тебя... Не, мне тоже подойдут. А сейчас мы посмотрим. Прям самый раз. Прям вот, гляди. Прям все на месте. Пятка на месте. Пальцы вот на месте. Это просто сказка. А почему так вышло-то? Что у вас, средств нету? То есть денег у вас не хватает? Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Говорил я этому охотнику, купи себе валенки. А он что? Что он? Пошел, кеды купил. Они, говорят, красивые. Это он не подумавши и сделал. Балбес он, балбес. Ручкой специально для...